В консультативно-диагностическом центре Нижневартовской окружной больницы, детской больницы, установили интерактивный стол. Сенсорное устройство развлекает и обучает ребенка творчески мыслить, анализировать полученную информацию. Стол предназначен для детей от 5 до 9. Игры, заложенные в его программу, помогают развивать внимание, память и логику. На поверхности стола можно рисовать с помощью упражнений и узнавать, как правильно произносятся слова. Зачастую взрослые присоединяются к малышам, так время ожидания в очереди пролетает быстрее. Если вы сейчас понаблюдали за нашими детьми, юными посетителями, которые приходят к нам в центр, они с легкостью и с радостью осваивают этот стол. Там заложены логопедические как раз упражнения на артикуляцию речи, заложены упражнения на мелкую моторику, есть квесты, которые, в принципе, для сегодняшней молодежи очень интересны, ну и плюс грамматика.